Купила самолетик, даже для эконом-класса, шикарно. И подушечка, и маска, и беруши. Changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah. We keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Только что, и нам дали вместо нашего номера немножко другой дуплекс двухэтажный, но такой же вот мини-кухня, стиралка. Посуда, все дела, большой холодильник, микроволновка. Здесь такая зона для принятия гостей, наверное, отдыха, рабочая. И наша спальня обалденная. Просто то, что нужно для первой брачной ночи. Рожа сгорела. У меня тут тоже все сгорело, mm-hmm. Хотя мы даже без солнца сегодня фактически были на море. Все, едем в наш отель. Но здесь не видно. Да, он туда продолжается дальше корпуса. Разворачиваемся. И здесь у нас всякие магазинчики, ресторанчики, все, что хотите. Так, а когда девчонки-то себя предлагать начнут? Hello. Атмосфера Таиланда, ночной рынок. Недалеко от нашего отеля, прям рядышком, можно сказать. Так. Надо что-то скушать срочно. Вся вот эта вкуснотища. Это пад тай. Это том-ям с такой вот крутой подачей совершенно. На ночном рынке около нашего отеля. Вот в таком ресторане. Я так понимаю, называется просто 89 секунд, наверное. Но имейте в виду, он тут не один. Еще его брат там за углом, они что-то в микрофон тут постоянно говорят. Вот, поэтому смело кушайте. Вань, тебе нравится? Отлично. И мне тоже. Морепродукты. И по цене очень комфортно. Видите цены? 100 бат, 80 бат. А местоположение мы, наверное, потом отметим, да? Да. Наш отельчик, коридоры. Я снимаю видео. Вот в этом номере орут с самого утра. И до настоящего момента. Угадайте, на каком языке там орут.
здесь что? Вот сразу бассейн. Только смотри, не жахнуть туда. Вот у нас тут бар, в принципе, со свободным входом из нескольких отелей. И вот такой басик. Правда, до 10 можно плавать. Но вот там подальше, через перегородочку басик, в который можно нырять из номеров с первого этажа. Но мы к нему можем выйти даже просто. Просто ходим и поворачиваем везде, где нам вздумается. И мы зашли в какие-то джунгли. Так клево. Это частная территория, наверное. Да? Да. Тут такие горочки. Такие атмосферные всякие гостиницы. Ну, судя по тому, что здесь даже указана геолокация. Из дерева. Такие интересные стулья. Очень атмосферно. Но закрыто. Тут пальма домой надо. Да, это пальма домой надо. Момент пробы на вина.